Дорогие участники конкурса «Балон Стелла», меня зовут Александр Самокутяев. Я космонавт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Я счастлив послать это сообщение к вам, энтузиасты космоса. Моя мечта детства – участвовать в освоении космического пространства. Но это не так легко сделать. Для того, чтобы быть частью освоения космоса, требуется мотивация, трудолюбие, творчество и работа в команде. Многие университеты могли бы гордиться экспериментами, которые вы, ученики средней школы, создали. Экспериментируя с вибрацией и резонансом, создание собственных датчиков для космической радиации, изучение влияния стратосферных условий на бактерии и так далее, ясно показывает, что вы находитесь на правильном пути, чтобы стать успешными участниками будущей космической отрасли. Я поздравляю вас всех за упорный труд и впечатляющие результаты ваших экспериментов. Продукция вашей работы достигли 1/3 расстояния до космического пространства. И я уверен, довольно скоро они также будут находиться в космосе. Это ваш день, вы заслужили его. Удачи!